Нравятся наши детальки. Этот блок и лава. Ой, ребята, я даже с вами забыл поздороваться. Итак, сегодня мы будем делать всякие разные штуки. Блин, зачем мне лава? Мне же факела еще нужны. Незаметно еще ночь встала. Так, кстати, зацените мой новый скин крипера. Кстати, у меня маска. И я теперь в костюме крипера буду. Ну, я не знаю, какие у меня другие костюмы будут. А так, мы сегодня будем что-нибудь строить, так сказать. И что нам вначале понадобится? Так, ну, не обращайте внимания на то, что я хотела. Вот это сделать, то, что я... Ну, короче, вы знаете. Делаем вот такой круг. Можете зайти в Майнкрафт и повторять за мной. Так, мы теперь делаем вот такую яму. Сегодня у нас опять лайфхаки с Майнкрафта. Ой, не люблю я это делать. Ладно, ну мне придется. Еще, наверное, у нас будут разные лайфхаки. Или будут моды какие-нибудь новые. А еще нам, кстати, понадобится этот рычаг. Кстати, я про рычаг забыл. Ёлки-палки. Кстати, не забудьте поставить лайк. И подписаться, ёлки-палки. Ставим эти блоки наши, любимые поршни. Так, заливаем по блокам нашу водичку. Какая вода? Это же лава. Если бы я сюда воду залил, тогда ничего и не получилось бы. Так, убираем наши факела. Теперь ставим рычаги. Потом берем, не знаю, какой-нибудь блок. Но если не получится, просто я не знаю. Ну, допустим, возьмем камушек, камушек, камушек. Берем, ой, зачем я это сделал? Так, берем камушек. Ой, камушек. Ну, я не хочу это говорить, ёлки-палки. О, факел теперь живет на острове. Ладно. А у меня же второй стак добавился, ладно. Теперь мы делаем вот так, вот так, вот так. И, по идее, вот так. Вот так. Все, теперь берем руку, проталкиваем, проталкиваем, проталкиваем. Ничего себе, работает, работает, работает. В принципе, а если я уберу? Прикольно. Можно даже игровой автомат придумать. Пам-пам-пам-пам. Ну, мне, в принципе, нравится. Сейчас. О. Получилась фигня какая-то. Ну, зато хотя бы лайфхак сработал. То, что лава убралась. Что будет если... А, ну да, как бы. Логично. Следующий лайфхак. Ну, я придумывал. Наконец-то придумывал. Ну, кстати, я в креативе не совсем хотел, чтобы я появился именно в деревне. Ну, мне, конечно, нравится деревня, но я не люблю то, что... Но зато хотя бы трава ровная, чтобы как бы... Следующий лайфхак у нас то, что... У нас работает... Как бы это
лайфхак или нет. Мы должны взять... Да где же эти полублоки? Во, наконец-то нашел. Берем этот блок и этот блок. Я уже путаюсь. Так, а теперь нам нужно взять... Ну да, типа того. Нам нужно взять этот, как там называется... Нелипкий поршень. И вот эта штуковина. Редстоун. И повторяем за мной. Ну или не редстоун. Факела, елки-палки. Забыл, как это называется. Я уже Майнкрафта давно почти не играю. Я как-то начал переставать играть в Майнкрафт, поэтому и забываю, что тут делать. Так, первый лайфхак. Делаем так. Или как? Не понимаю. Так. Чё? Не, ну не может быть. Это не может быть такого. Ладно, чё, заново. Делаем так. И это превращается в обычный блок. Логично. А мне... Все, я понял, как это делается. Ну да, конечно, я это и хотел. Берем землю, что-то у меня как-то не совсем получается. Берем землю, теперь наконец-таки ставим. Вот то, что я хотел. Теперь берем нелипкий поршень. Берем, ставим, проводим редстоун. Короче, лайфхак то, что оно должно слепиться, либо нет. Это не рабочий. Но зато так тоже не работает. Потому что если я буду вот так чередовать, оно вообще не будет никак работать. Ой, я чередую. Ой, кстати, я придумал один лайфхак. Еще один. Так, это убираем. И... Нелки-палки, зачем я это делаю? Ладно. Берем... Ставим это. Ой. Это. Да что с этим Майнкрафтом? О, наконец-то отлагал. Так. У меня все время виснет Майнкрафт. Так, делаем так. Да, это пока прикольно, но удивительно. То, что я сейчас поставил на факел. А вот если в реалистичном Майнкрафте, то если я так поставлю песок, то он просто развалится. Не рабочий. Да дело в том, что как бы я имел в виду то, что вот... Вот бы вот это, чтобы вот это, именно вот этот факел поднялся. Ой, ёлки-палки. Так, житель, иди в лаву. Так, следующий лайфхак,
то, что я должен призвать самого себя. Ладно. Я самого себя, конечно, не смогу призвать. Я так, в шутку. Сейчас еще что-нибудь придумаем. Что я сделаю? А, точно, я же это хотел. Ну, всегда думать, что я должен сделать. Что поделать? Что поделать? Так, берем обычную землю. Берем обычную мотыгу. Обычную. Дело в том, что обычную. Обычную мотыгу. Обычную мотыгу. Ставим любой обычный блок. И потом отходим куда-нибудь. А, сейчас еще надо это, костную муку-то взять. Или косточки. И где костная мука? Костную муку дайте мне. Куда подевалась? Ладно. Вот что за Майнкрафт? Не добавили мне костную муку. О, добавили. Наконец-то. Так. О, тортик. Сейчас мы тут его скушаем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. 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 О, песенка. Сейчас. Поставим тортики. И начинаем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. 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 Ням-ням-ням-ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням. 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 Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням. Мне кажется, просто желудок не выдержит от того, что я столько тортов съел. Ладно. Дело в том, а зачем я землю брал? Ну ладно, неважно. Берем, вспахиваем. А, я ж про пшеницу-то забыл. А, зачем мне пшеница? Теперь зачем мне костная мука? Ну как сказать, работает, работает. 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 А то, что я хотел, то же самое работает. То, что вот сейчас я сделал. О, написать. Сейчас напишем что-нибудь. Подписать. Сейчас мы тут напишем что-нибудь. Текс. По. Ну, вы, кажется, уже догадались, что я напишу. Ну, короче, подпишись, подпишись. Короче, подпишись. Или подпишись. Ладно, неважно. Что игра вон там пишу. Так, подпишись. Во. Подпишись. Готово.
Мы еще смайлик поставим. Так, подпишись. Ой, ладно. Готово. Теперь зачарованное почитать. Что тут написано? И что написано тут? Читать. И ладно, не получилось. Ладно, зачем я костную муку только взял? И это. По крайней мере, лайфхак сработал. И берем наш пчеловод. Потом берем еще целых два лайфхака. Сделаю. Теперь берем. Я забыл, что я хотел взять. Так. Теперь берем. О, календарь. О, взял. Теперь берем. У календаря и... А дальше я забыл. Ладно. А дальше берем... Берем... Что берем? Забор. Берем. А, я забыл, что я хотел взять. Эту штуку. Люк. Люк-то где? Где мой люк? Где мой люк? Просто скажите, где мой люк? Обычный люк. Обычный люк. Серьезно, тут люка нет. Люк. Люк. Я уже запутался. Где мой? Люк. Хорошо, я буду долго листать, чтобы найти люк. Обычный люк. Обычный. Ну зачем я только трачу время на люк? Я просто могу сделать вот так. Лаю. Лю. Ю, где буква? Люк. Наконец-то. Кстати, а что это за зелье? Зелье на видимости. Что я реально невидимый? Теперь вы не можете мой скин увидеть. Фига себе. А что будет, если я одену одежду? А я иду, гуляю. В невидимости. А зачем мне, кстати, невидимость? Лук-то зачем? Это зачем все? Ладно, короче. И это не нужно. Так. Короче, зелье невидимости я просто выпил. А так. Теперь нас никто не увидит. Короче, берем. Находим. Ну да. Вы как знаете.
берем, находим нашу эту штуку. Вы прекрасно знаете этот лайфхак. И я тоже его знаю. А факел? Я факел всегда забываю. Ну ладно. Зато прикольно. Берем факел. Факел, факел. Теперь берем люк. А, точно, я же хотел самый тонкий. Прокапываем, прокапываем. Не важно, на сколько блоков. Самый тонкий. Теперь берем это. Ставим. Короче, мне нужно по новой все. По новой все понятно, ребята. Так, короче, делаем вот так, 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 вот так. Ой, как же это долго. Так, теперь делаем все это все. Самый тонкий. Теперь ставим это. Ничего себе. Нормально, нормально. Эй, алло. Чё я могу проходить за... Чё я за тех... Я за текстуры могу заходить. Пошёл. Я тут застрял. Не, мне вот так нужно. Теперь я делаю вот так. Теперь я делаю так. Так. А что, я не могу? Прикольно. Ладно. Выхожу. И у меня вторая часть. Нифига себе. Ну ладно. А что будет, если у меня вот так получится? Ладно. У меня ничего не получается. Короче, этот лайфхак не работает. Кота, ну я сегодня хотел такой скин сделать, хотя только я уже крипера сделал. Этот не работает, а другой-то работает. Ну тот, который, помните, ребята? Берем. И это ставим потом. Убираем прыжок. И что, не работает? Не работает, не работает!
А что будет, если я выживание это сделаю? Берем, находим выживание. Да, это тоже я захожу за текстуры. Ну да, не работает, значит не работает. Привет, зомби. Ладно, пофигу. Пофигу. Я без вас справлюсь. Давай же, загружайся, меня сейчас убьют. Так. И последний лайфхак, то что мне сейчас получится сделать самое главное. А не мне кажется, вы уже догадываетесь, что я хочу написать. Мы и без подсказок. Анимат. О, ни х и аниматроники. И шо, все заново стирать. Ну и ладно, и без вас справлюсь. Кстати. Последнее. Берем, заходим в наши яйца. И надо взять пчелку одну. Пчелу. Потом взять. Улей. Потом взять. Ока эндере. И... Ока эндере. Как взять ока эндере? Ой, какое ока эндере? Обычное. Берем, насаживаем обычную эту штуку. Заводим пчел. Много пчел. Ёлки-палки, вот я их дома. Я их взял, и они сейчас там считаю. Сейчас пройдет минутка. И они уже должны построить свой мир. Ура! Минута прошла. Ой. Мамочки. Куда я телепортировался? За текстуры. Я за текстуры телепортировался. Наконец-то. Так, следующее. Разбудителяние. И чё? Чё это такое? Чё мне делать? Да, я в пчеловоде. И чё? Прикольно. Как я захожу в мир пчел?
Как я захожу профессионально в мир пчел? Как я захожу странно в мир пчел? Вот сюда. Блин, почти. Вот прям почти на миллиметр. На миллиметр. Прям на пиксель. Ладно, ребята, всем пока-пока.